Ну, во-первых, мне интересно было похвастаться, чем, как я внедрил результаты прошлого раза. Потому что это реально круто, и я понял, что это работает. И второе, с чем я шел, мне хотелось получить информацию, и не только информацию, а инструменты для дальнейшего продвижения. Ну, как и ожидал, получил новый, еще более интересный материал, который системно связывается с предыдущими, то есть здесь мы не только получили его как самостоятельный инструмент, но и я понял, как это можно делать в связке с тем, что было на прошлом и позапрошлом занятии. Значит, чем было это интересно? Потому что здесь была практика, и я конкретно для себя прописал, ну, нельзя сказать это еще коммерческим предложением, но построил необходимые слова и выражения таким образом, что они как пазлы сложились в общую картину. И вот как домашнее задание я буду использовать то, что я как раз подготовлю этот скрипт, и это будет рабочий инструмент. Вот. Спасибо.